Сегодня 23 января. Отдыхаем в Китае. Санья. Погода. Жара градусов 40. И вода теплая. В тенек пошла, села. Иначе вообще тут сгоришь на пляже. Народу много. С утра начинается движение здесь. Музыка, танцы. Молодцы китайцы, здоровый образ жизни ведут. Орешек мой пошел куда-то плавать. Я его даже не вижу, где он есть-то. Купили вчера дрон. Пробовал его тут заводить, пока он у него в море не утонул. Теперь лежит сушится. Будет работать, не будет, кто его знает. Так, что-то я не вижу, куда он там уплыл. Так, по-моему, это его голова. Или нет? Или китайца? Поближе. Не пойму. Да нет, это лысый какой-то, не орешек. Ёлки-палки, где он есть-то? Наверное, вон его голова плавает. А, не могу его поймать. А, вон он с маской. Плывет, ныряет. Думает что-нибудь найти. Ракушки.